красивые места очень, ну природа у нас всегда на уровне. Вот точка. Надо доехать. Можно отсюда было пробовать берегом. Ребята так выбрали. Деревья сухие. Сейчас бензопилой будет Вранглер, наверное. Смотри, жестяк. Ну, юрец может, да. Это старая гвардия. Он в оффроуде лет 15 уже, наверное. Давно очень, да? Да, да. И только на этой машине или другая была? Не, была другая. У него был... История Discovery был у него. Я его застал на Discovery, и вот потом уже вот эта машина. Ну, это более-менее актуальная машина. Ну, это правильно. На Discovery тоже 37-й вот этот же Богер стоял, понял? Ну, очень тяжелая машина. Там вес какой-то бешеный просто, бампера. Плюс сама машина длинная. Есть видео там у нас. В ручье даже, в куще есть. Там по такой жести лебедились. Так, ну, какой-то план. На лебеде, наверное, поедет. Да. Заднюю лебедку разматывают. Так. Блин, слышишь, нам, наверное, куда-то надо отойти в сторонку. Юрий, не видно дерево. Ё-моё. Вот и экшен начался. Но это самый правильный путь, наверное, был, чтобы не провалиться. Уже достанешь, наверное. Все. Красиво. Это самый правильный маршрут. Ну да, тут так промерзло, мама, не горюй. Не валится? Не, отлично стали. Идеально зашли. Видно номер? Номер видно? Ты с той стороны пойдешь? Тут еще девственность можно потерять на пеньке. Раза два. Там можно поцарапать нормально, если любится. Дублируется на второй фотоаппарат. Сделали остальным хорошим. Такое подоторвалось колесо заднее. Зад полегче. Спокойно, уверенно. Да, патрули потяжелее. На полтонны минимум, а то и больше. Да, вот так наверху все. Запах сцепления уже чуть-чуть есть, кстати, со сцеплением. Бывают тут вопросы. Так. Тут надо на этом пятаке теперь ребятам развернуться и ехать вдоль озера вперед. Класс! Сейчас бы коньки, клюшку, да? Да, хоккей. Мой любимый игровой вид спорта. Ну и баскетбол тоже. Так, а вот штурман с патруля.
пока патрул слышно где-то едет. Сейчас будет экшен. Вот этот свет. Да, другой. Опа! Что, провалился? Дедушка Мороз, где ты? Дедушка Мороз идет. Бородач. Привел нам зиму Дедушка Мороз. Что же вы тут бегаете, что олени вокруг точек? Тут уже давно надо было быть. Смотри, рядом с Дедушкой Морозом не ходи, кстати. Потому можешь что тебя рядом нету, не провалиться. Не тонем, да? Провалиться. У тебя, кстати, давление... У тебя давление на грунт выше, чем у меня, Саня. У тебя? У тебя. С каких делов? Ну, размер ноги меньше, а вес большой. Паштет не тонет, короче. Паштет, короче, не тонет. Очкуют, да? Глянь, по берегу ходят. Толкай, хотел. Понял, у тебя утопить хочет и Вранглер отобрать. Я, короче, уже 360 градусов разворот совершил. Где, на асфальте? На полевой дороге. Раскрутило жестко. Я летел, а у меня все время срабатывала устойчивость курсовая тоже. Арабов нету, гололеда. В смысле, у тебя нету ДСЦ нету? Нету, зачем? Руслан, а вон на тот квадратик. Охренеть вообще, в двухсотке нету. Руслан, на вот тот квадратик наступи. Там больше того, я тебе скажу, круиз-контроля нет. Вот круиз-контроля нет даже? Руслан! А звук какой красивый! Патрол короткий, красивый, зеленый. Я его не видел у нас. ВТ номера. Сейчас будет экшен. Черт, я вообще стою так для экшена. Достают. Не хватает длины. Бородач, улыбайся, я фотографирую. Так, с Херсонской губернии ребята. Волая пристань. Известный городок. 700 км почти сюда получилось у них. Ну, говорит, дорога более-менее. Да, серьезный коллектив собрали в этом году. Подтянуться пойдет сейчас. Красивая машина. В таких соревнованиях, конечно, быстрота работы экипажа. Кто быстрее бегает и четче все делает, тот выигрывает обычно. Легче, конечно, но там вес меньше, лебеда скоростная.
стой. Ты сохранился, да? Сейчас будь. Ну что, не так уже вам страшно или все равно страшно? Давай камеру, я буду снимать. Вытаскивайте бревно с точкой наверх. А вон там, смотри, большой, там даже... Не, я ж хоккеистом был в детстве, я льда не боюсь. Что, слепому звонить, чтоб дрова забрал? Ух ты, что, ты видел, как они заходят? А задней нет лебедки, да, ребят? Им сложнее. Без задней. По-другому. Пашенька, иди сюда, не очкуй. Вы тяжелее, чем патрол или что? Ну там Рома же есть, он легкий. Так а что он там, прополку делает, да? Или озимы садит по новой? Дима, лебедка сама берет. Давай, давай, спускайся, я говорю, хватаю. Ёханы бабай. Ну в ускоренном режиме пошел вниз. А? Да я, если что, на дерево запрыгну. Вы меня снимаете или патрол? Там дерево слева, пацаны говорят, зацепил. Надо назад, вправо рули, назад ехать, уже доедете. Да, тут хороший грунт. Какой-то торфяник. Красивый патрул. Видишь, я вам убедил вас, что не страшно здесь. Стой, стой, стой! Да оно трухлявое, Паш. А внизу пенек уперся. А, внизу пенек? Да, вон он, колесо, второй. Надо влево лебедить. А, вон пенек. Или влево руль, пусть максимально выкрутит. Пусть попробует влево руль выкрутить. Пилы нет, ребята, пилы. Пилы нет. А топор? Топор, Ромаха, есть топор? Так, хорошо. Почти доехал, влево и назад. Да, 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 идет, идет, идет. Вот она, точечка. Давай, давай, давай. Ты сейчас уже чуть-чуть хорош. Ну, померяй, померяй. Давай, еще. Хорош. 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 Трещит, блин. Да я снимаю, пусть. Мы сами вас снимем, вы. Главное, на канал заходите. Вчера юбилей был, 147 тысяч подписчиков. Как гуляли 3 дня, да? Три дня гуляли. Пока не 3, сегодня первый только. Сколько подписчиков? Ты, по-моему, сам себе их нарисовал. Ну так а что, собака, 2 кота, 2 собаки. Рыбы. Не, рыбы у соседей. А вот, смотри, как трещина. Смотри, трещина. Глянь. Ну толщина, видите, какой лед? Паш, смотри, трещина, глянь. Ага. Смотри, вот она. Пошла туда. Ну, Русик, а ну, смотри, вон пузыри. Да рядом, не подходи ко мне. Пузыри загвозли, вон, смотри, какие красивые. Тихо, выход. Да снимай оффроуд, да, как тогда оффроуд. Скользи давай отсюда. Нам оффроуд не интересен, нам экшен нужен. Тут сложноватенько так. Агрессивно, мне кажется, до конца гонки патруля не хватит. Да не, патрул же крепкий, ты чё? Да. Не, ну ты меня удивил своей машиной, что нет курсовой устойчивости. А постоянный полный или? Да. Ну,
вниз дорога идет, колено себе, как кидануло, блин, с колеи в колею, это самое, и поперек, и потом задом. Перед тобой, и потом... Перед тобой, да? А у тебя же есть курсовая? И как ты остановился со своей курсовой стороны? Боком тоже стоит. Тоже? Ну, меня не развернуло, но я вот так стал. Ну, то уже в конце же она переехала. На малой скорости она же не работает. Дорогу, да? Короткую. Не, ну у меня та лапка. Я же говорил, что можно туда уехать. А, не на ту сторону, то 204-я, то не ихняя. Попробуйте, может, вот так уехать. О, водичка пошла. Вода, вода, видишь, под ногами? Ну, тут сложное место. Это кевлар такой, чтобы... Кевлар серьезный. Да, что-то оно через верх заходит. Это. А, тут так задумано, да? Ну, клюс высоко, да. Лебедка ниже. Вот и проблемка. Так, а за что он должен был быть? Где-то болтик? Где-то там? Болтик, наверное, сбоку. Мочили в водичке. Кевлар. Вот зацепить. Да, какая третья или вторая? Прям на этот угол. Ну что, по центру, наверное, да? Да, по центру его обмотай тросом, чтобы он... Все, теперь мотай лебедкой, вот так его примотай. Не, это в конец уже брось. Может, еще попробуйте на вы там еще подпрыгните в одном месте. Бородач осмелел, посмотри, как ходит. Это какие-то новенькие танкисты или что? Танкисты. Слышь, это у вас новый какой-то в экипаже, Юрец? Вот этот. Да, прибылся. Да? Так, вот там... Точка ж, вот. А вы кто? 3-4. Ну вот это ваша. Это 400 какая-то. Это 200. Нет. Это 300. А, это 400. 400, да. Вот, сука, художники. Валерка. Так, подъехала серьезная техника. Куда-то он едет. А, сюда едет, наверное. Прокручивать все равно. Дедушка Мороз, а будет в этом году снег? Не, ну то этот Йохан, он там что-то свалил уже впереди. Слышь, Паша, этот сейчас может и на нас наехать. Да? Смотри, вот от этого и затрещал лед. Думаешь? Ослабление, да? Белый волк оставил? Да. Диверсия. Ой-ой-ой, он на нас едет. Да, да. Юрец говорит, со льда лучше уйти. Так, Нива Гелик. 605 мотор. Мосты Геленваген. Коробка раздатка тоже. Сейчас будет экшен. Юрец, будет экшен сейчас или нет? Сейчас узнаем, говорит. А что тут знать? Веталь не шутит. Ё-моё. Что-то уперся. Вот жесткий. Как сыграла осечка. Блокировки нет. Задняя блокировка не работает. Чувствуешь?
да, и точку испортить. Попробуй чуть вперед сделать. Задняя не работает блокировка, да? Так, вот серьезный участник приехал. Сейчас будет экшен. Она гуашью ж точка стоит, елки. Она же не рассчитана на такие водные эти. Веталь, задняя не работает блокировка? Наверное. Борьба очная, можно сказать. Макс! Надо старт. Выдернуть надо. Рынком. Ёлки, а где вы такую веревочку красивую взяли? С трусив. Да? Свадебное фото. А точка-то не считается. Что у вас так дохера сюда? Причем трещит. Блядь, Макс на берег убежал. Не подходи ко мне, я тебе говорю. Дед Мороз, отойди. Загоняй его в квадратик. Квадратик загоняй. Давай, на квадратик. Ну, весело. Давай вперед и переехать лучше. В лед уперся очень жестко. Юрец, очень. Юрец, уперся в лед, не надо. Ё-моё. А я на льду. Переехать. Не, лебеда держит тебя. Там, может, Макс достанет, у него руки длинные. Макс, померяйся. Да достанешь, подойди. А, он очкует? Юрец, иди ты, растянем тебе руки, если что. Макс, достань.
Квадратик. Хорош, хорош, Юрец. Веталь, хорош. Все достает. Красавчик. Все, можешь проваливаться, я включил камеру. Вот, конечно, точка была видна. Стой! Стой! Стой, кажу! Стой! Он Максу говорит или кому? Ну, красивая фотография.